Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Система техосмотра в России ждет коллапс, в этом уверены многие эксперты. Новые правила прохождения ТО вступят в силу 1 марта. Однако некоторые станции к этому не готовы. Во-вторых, у каждого пункта будет лимит по числу машин, которые можно принять в течение суток. Плюс рост стоимости процедуры и еще много других нюансов. Есть мнение, что реформа техосмотра еще раз отложат. Трасса 101. Пошла очередная волна повышения цен на новые автомобили. Среди первых в новом году оказались «АвтоВАЗ» и «Шкода». Первый увеличил стоимость всех моделей так. Например, минимальный ценник «Народные гранты» достиг 500 000 рублей. А ведь 10 лет назад все начиналось с суммы вдвое меньшей. Чешский бренд поднял цены на «Рапид», «Кодиак», «Суперб» и «Корок». Последний подорожал ощутимее всего. В среднем на 35 тысяч рублей. Трасса 101. Очередное видео с ребенком, который управляет автомобилем, взорвало интернет и возмутило полицию. Случай произошел в Чебоксарах. Мальчик, на вид которому года полтора, сидит на коленях у отца и крутит баранку. Машина движется по оживленному проспекту. Сообщается, что родителей уже разыскали и оштрафовали, но не за передачу управления, а за перевозку ребенка без специального кресла. Трасса 101. Около трети российских автомобилистов в этом году собираются поменять машину. Опрос в разных регионах провела компания «Авито». Почти половина этих респондентов нацелена на новую иномарку. Свежую отечественную машину планирует приобрести только каждый десятый опрошенный. Что касается суммы, то большинство отталкивается от планки в 1 миллион рублей. Трасса 101. У Renault Duster может появиться старший брат. «Бикстер» — такое название придумали в румынской компании «Дача». Пока машина существует в виде концепта. Ее серийный выпуск может начаться в 2025 году. Новинка немного длиннее «Дастера». Она обладает угловатыми, брутальными формами. Каких-либо подробностей о технической начинке нет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.